Это будут блоки с 10 по 12. В четвертом кейсе блок номер 10. Пока каких-то особых хитов не было в четвертом кейсе. И распределение команд идет достаточно неравномерно. Возможно, ситуация изменится как-то с этими блоками даже, которые вы видите на экране. Будем на это надеяться. И скоро узнаем. Итак, последние 4 пакета 10 по счету блока. Они почти уже открыты. Готово. Блок номер 10. Ничего пока интересного. Исключительно базовые карты. Вот первая рубиновая параллелка. На рандом пойдет эта карточка. Ответ на скорость. Команда Запада. Под серией Короли Хоккея. Номер карты 52. У нас из 100. На рандом отправляется карта. Еще одна джерси автомобилиста. Федор Малыхин. Двухцветная джерси. Под номером 295 из 300. Федор Малыхин, автомобилист Екатеринбург. Еще одна рубиновая параллелка. Две рубиновые параллелки в блоке. Это Дмитрий Куликов, Локомотив, под серия 2 мира 1 игра. Карта под номером 7 из 100. Дмитрий Куликов. Кстати, карта совпадает, номер карты, с игровым номером Дмитрия Куликова. Тут вот он выделен, на свитере видно. Дмитрий Куликов, Локомотив. Ну и три карты нашли. А вот и четвертая, это у нас Майкл Гарнет из Челябинского трактора. Номер карты 62 из 100. Карта с синим куском формы, шов небольшой, Майкл Гарнет, трактор. Ну и много-много базы. Быстро нашли все интересное.
Итак, блок номер 11 уже распечатан. Смотрим на карты из этого блока. Распечатываем пакеты, естественно. Потом смотрим на карты. Начал я уже заговариваться к середине, ближе же даже к концу четвертого кейса. Что же будет на пятом, даже представить сложно. И об этом в том числе узнаем завтра. Итак, блок номер 11. Очередные 4 кита должны быть в этом блоке. Первый из них – это рубиновая параллелка Александра Семина из Нижегородского торпеда. Очередная карточка торпеда номер 2 из 100. Александр Семин, торпеда Нижний Новгород, 2 мира, 1 игра, рубиновая версия. А вот и автограф, очередной автограф ЦСКА, Яков Рылов. Это такой достаточно простенький автограф. Номер карты 44 из 50, Яков Рылов. Ну, автографов ЦСКА тоже достаточно много. В брейке попадается. Так, у нас уже две карты. Две. Еще две. Остается джерси и параллелка. А вот и параллелка, это снова карта Ильи Горохова, тоже далеко не первая. Короли хоккея, номер карты 1 из 350, Илья Горохов, Динамо Москва. Ну и джерси. Должна быть еще одна джерси карта. Вот она, я ее уже вижу. Это Николай Кулемин из Магнитогорского Металлурга под серией 2 мира 1 игра. Джерси. Двухцветный кусок, синий и белый. Номер карты 168 из 200. Николай Кулемин. Динамо Москва. Ой, Металлург Магнитогорск, извиняюсь. Так, оставшиеся карты в теории должны быть базовыми. Похоже, что так оно и есть. Четыре хита найдены. Карты отсмотрены. Значит, блок номер 12. На очереди. Последний блок. В этом видео блок под номером 12.
Итак, блок номер 12 четвертого кейса. Ничего пока интересного. А вот и первая нумерованная параллелка на рандом. Карта пойдет. Короли хоккея. Золотая версия. Эстафета змейка. Команда у вас только. Номер карты 254 из 350. Такая вот карточка. И здесь тоже только база. Что ж, все самое интересное будет в конце. Вот уже и джерси на подходе. Вот она, Роман Кукумберг. Это из Братиславского Слована. Одноцветная джерси белого цвета. Номер карты 274 из 300. Роман Кукумберг, Слован. Такая вот карточка. Автограф и параллелка остаются. Будет ли это автограф? Еще точно не знаю. А тут вот нет джерси, к примеру. Может и будет. Не было же автографа. Нет. В этом блоке еще не было. А между делом вторая параллелка. Два мира, одна игра. Серебряная версия. Николай Антропов из Астанинского Барыса. 64 из 350. Номер карты Николай Антропов. И автограф — это Александр Логинов из Амура. Александр Логинов. Автограф под номером 50 из 50. Вот такой вот небольшой аккуратный автограф посередине наклейки. Александр Логинов, Амур, Хабаровск. Ну и все. Собственно, ничего больше не ждем от этого блока. Ждем только от оставшихся четырех. Будут формы лидеров-то, хоть одна буква, форма лидеров. О, много чего не было еще в блоке каких-то удивительных по красоте кусков формы. Тоже не было. А то, что было только что... Сейчас покажу. Для начала джерси. О, для начала подсерийки, параллелки, короли хоккея. Эстафета змейка, Илья Горохов Динамо и рубиновая версия эстафета на скорость. Две карты на рандом. Два мира, одна игра. Николай Антропов, Борис. И две рубиновые версии. Дмитрий Куликов, Локомотив. И Александр Семин, Торпедо, Нижний Новгород. Четыре джерси, из которых две из-под серии «Запад-Восток», Роман Кукумберг, Слован, Федор Малыхин, Автомобилист. И две карточки других под серии. Майкл Гарнет, Матч звезд, одиночная джерси. И два мира, одна игра, Николай Кулемин. Соответственно, трактор и металлург Магнитогорск-Уральский. Такие джерси. Совсем скоро еще три блока